героиня следующего сюжета попала под прицелы камер наших коллег из-за своей необычной профессии. Она сверловщица на заводе. Еще несколько десятилетий назад этому никто бы не удивился, ну, потому что во времена наших родителей женщины и на заводах работали, и нефть добывали, и за руль трактора садились. Сейчас на таких смотрят как-то косо. У меня есть знакомая в Екатеринбурге, она работает электриком. Во-первых, ей нравится сама профессия, но, во-вторых, нравится реакция людей, к которым приходишь по вызову. Ну, все-таки, ну не место женщинам в мужских профессиях. Как ни крути, мужчины будут лезть советами. Ну, это, пожалуй, зависит от того, как себя проявишь и поставишь, как и сделала наша героиня. Вот она! Это очень перспективная девушка. У нее сейчас уже инженерная хватка. Так, косынку надо заменить. А ну-ка, пройдитесь. Пошли, пошли. Таких замечаний в адрес Светланы Казанцевой уж точно не поступило бы. Яркая косынка, серьги, локоны, макияж и хорошее настроение. Без этого не увидеть женщину на заводе. Амбициозная, успешная, смелая и, конечно, красивая. За что и комплименты каждый день. Отвлекали, когда вот молодая была, отвлекали. Много у нас народу было на заводе, да, пацанов много было. Но в сети ха-ха все время от станков отгоняли. Постоянно отгоняли, потому что молодые, поболтать охота. Анекдоты, что такое? Главный отгоняльщик Светланы – ее муж. Он тоже работает на заводе. Однако в последние годы его помощь и не актуальна. Жене не до смешков. Заработать хочется. За 2 минуты Светлана делает в деталях 10 отверстий. Это рекорд на заводе. Помогают упорство и женские руки. Вы видели, сейчас я сверлила? Там 1,8 сверло. Даже 2 миллиметров нету, а сама деталь 5 миллиметров. Так что это маленькие детали, да. Вначале работать с мелочью было страшно. Деталь могла вылететь, а так и до травмы недалеко. Но за 37 лет ее службы на заводе инцидентов не было. Коллеги опытную сотрудницу уважают, а образ эффектной блондинки только приветствуют. Это самое главное. Человек своей внешностью показывает уважение к окружающим. Лично я с ней 10 лет проработал. Могу рассказать про нее только хорошее. Она хороший работник. Прекрасный человек, всегда приходит на помощь, отзывчивая, состоит у нас в цехкоме. Очень хорошо помогает всей молодежи, которая приходит к нам в цех. Она им объясняет и чертежи, и сверла учит заправлять. И все нюансы, которые нужны в нашей работе, она всегда помогает. О своих планах работница говорить не стала. Любит, когда все точно и железно. И пусть Светлана не звезда кинематографа, зато здесь, на своем заводе, она всегда сверкает. Светлана Матус, Сергей Мякишев, Сибинформбюро.